Первое впечатление на гостей микрорайона, считает глава города, производит остановки общественного транспорта. На Бытхе ответственным за их состояние мэр поставил тройку. Остановка, Тимофей Александрович, нет, она грязная. Надо ее отмыть и хорошенько, и за стеклом следить. На эту работу неделя. Столько же времени дано санаторию Сочинский на уборку своей территории. Зеленая зона этой здравницы, которая прилегает к жилому сектору, больше напоминает джунгли, а не парк. Да и состояние улиц, по мнению мэра, пока также далеки от идеала. Уборка, которая прошла в микрорайоне накануне, ситуацию не улучшила. Претензии и к придомовым территориям. Но склоны надо вычистить, надо. Деревья обрезку надо сделать, надо. Это управляющая компания. Приведите порядочек в свой дворик. В ближайшие выходные на Бытхе проведут еще одну генеральную уборку. К жителям домов мэр посоветовал присоединиться и коммерсантам, владельцам сетевых магазинов. Фасады некоторых торговых точек выглядят хуже, чем жилые дома. А вот очереди к специалистам соцслужбы главу города удивили больше, чем неудовлетворительное санитарное состояние улиц. Пожилые сочинцы вынуждены с 6 утра занимать очередь, чтобы получить справку на получение льготных проездных. А к половине 11 еще ни одного документа выдано не было. Это у вас соцзащита здесь? Нет. А что здесь? Нет, соцзащиты место выделено. Приехали с собеса. Хорошо. Кто с собеса у нас? А почему? А? Выяснилось, что причина очередей – плохая организация работы. Представители местного ТОСа просто не предупредили, что в его помещении в среду с 10 часов сотрудники соцслужбы будут выдавать справки местным пенсионерам. Я вас не нанимал на работу. Пришли сюда, будьте добры работать. Вы называете служащие, а слово служить. Поэтому вот то, что вы так служите, вы служите. Министерство социальной защиты Краснодарского края, вот так служите, что народ стоит. И мне, главе города, который отношение к вам опосредованно имеет, мне не нравится. Анатолий Пахомов потребовал от своего заместителя Ирины Романец, курирующей социальные вопросы, доложить в краевое министерство о ситуации, сложившейся в Сочи, вокруг выдачи льготных проездных пенсионерам. По мнению мэра, в городском управлении социальной защиты населения нужно менять руководителя. Елена Овсецина, телекомпания ВКТ.